Всем привет, с вами канал Neko Play, с вами я, Надежда, мы будем играть с вами в игру Goose Game. Высокая интеллектуальная игра, как вы поняли. Ну что ж, приступим, не будем ни минуты тянуть. Что нас ждет, друзья? Делайте ставки, пишите комменты. Какие у вас ожидания от игры Goose Game? Так, нажмите на пробел, чтобы гоготать. Вот оно, чудовище, в кустах. Можно бесконечно орать. Так, чтобы двигаться, дважды щелкните. Короче, мне больше нравится вариант, где мы просто стрелками бегаем, а шифтом бежим. На Ctrl мы садимся, свою жопу подгинаем. Так, здесь мы можем хватать вещи. Я буду вещь хватать на Z. Можно вот так схватить вещь и понестись, как ты ебанутый. Так, бросим. Можно открыть здесь. И чтобы открыть вот здесь, надо раком вот так нагнуться. И открыть калитку. Так, гусьман, брось. Брось, брось. Так, и можно бежать дальше. Здесь у нас... так, озеро, да? Смотрите, прям скользит по воде. Лебединое озеро прям какое-то, только с гусем. Можно что-то схватить, например, и орать с едой во рту. Так, ладно, брось это нахер. Что нам нужно с вами сделать, друзья? Тут у нас... Тап, чтобы увидеть список. Здесь закрыто. Ух ты, смотрите, у нас есть дела. Здесь нам показывают управление. Как мы должны чего делать. И дела попасть в сад. Намочить садовника. Намочить садовника. Украсть ключи садовника. Заставить садовника надеть свою шляпу от солнца. Грабли в озере. Устроить пикник. Принести на пикник сэндвич, яблоко, тыкву, морковь, оренье, термос, радио, корзину. Нифига себе, сколько всего надо принести. Только куда надо принести? Единственное, что не написано. Кстати, вот радио. Давайте вот это схватим. Вот это схватим. Выбросим к чертовой матери. Схватим радио. Давай, бери радио, гусьман. Так, давай. Так. Пикник, как я понимаю, здесь должен быть, да? Так, гусек. Вот здесь будет. Окей. Так, это мы бросаем. Ой, ты чё сюда припёрся-то, козёл? Пошёл ты в задницу. Он ещё спиздит радио обратно, да? Попасть в сад. О, мы попали с вами в сад, друзья. Это мы вообще с вами. Так, что там можно? Варенье надо было спилить, да? Давайте спиздим варенье. Ой, блядская хуйня. Он, блядь, будет нам мешать. Так, давайте весь термос тырить. О, какой он злой хер. Блин, какой ты злый день, писец. Пошел ты в жопу. Он нам мешать будет, короче, все это время. Давай радио заберем. Почему радио нельзя больше забрать? Ну что, сломал радио, козел? Давайте морковь вырвем. А что, нельзя больше морковь вырвать? Только что было можно. Все вещи, короче, не дает нам взять. Он их на место возвращает, типа. Чё, радио сломалось? Чё происходит? Так, давайте тыкву спиздим. Прикольно. Чё-то тыкву он не заметил, что мы её спёрли. Хотя это было очень громко. Так. Тыкву мы спёрли. Морковь, варенье, термос. В общем, нам еще кучу всего надо спилить с вами, друзья.
Морковь. Давайте морковь стырим. Так, давай. Чё он не хочет стырить морковь? А, он, наверное, будет ее собирать, и надо будет ее стырить. Все, я поняла. Так, радио. Радио. Мое радио. Беги, Гусьман, беги, Гусьман. О, Гусьман, беги. Говнюк забрал у Гусьмана единственную отраду радио. Блин, мужик, отстань. Дай хоть варенье спиздить. Блин, ну шо ж он так неудобно бегает? Беги, Гусьман. А чё, выполнен, да? Украсть ключи. Намочить садовника. Так, как мы будем мочить садовника? Блин, ты чё такой злой, мужик? Ужас. Давайте лопатку спиздим. Давайте бросим в озеро его инструмент, чтоб он страдал, как мы страдаем с вами постоянно от того, что он нас гоняет. Чё, больше нельзя взять? Не знаю, а, во, можно. Только почему-то его надо перевернуть, типа. Или типа того. Хер его знает, подождите. Сейчас, сейчас. Вот так вот. Блин, ну давай. Что-то так не хочет брать. Ну ладно, хрен с ним. Давайте-ка придумаем план. Чё он так смотрит? Так, здесь где-то тоже можно было что-то сделать, по-моему. Давайте все, короче, хватать. Так, давайте пригнемся. Пригнемся вот так. Будем потихонечку сваливать отсюда по стелсу. Так, надеюсь, он нас не заметит. Мы потихоньку будем сваливать отсюда с вареницем. Гусиный пикник будем устраивать. Как я понимаю, сюда надо все тащить. Или нет? Или да, хрен его знает. Давайте сюда пока все сложим. Так. Положи сюда. Что нам еще надо достать? Подождите-ка. Глянем. У нас есть сэндвичи есть. Яблоко есть. Тыква есть. А нам остался морковь, термос, радио. Морковь, термос и радио нам нужно с вами забрать. Так, я просто гуляю. Не смотри, мужик, я просто гуляю. И мне нравится гусь такой, он ходит, и у него голова такая скрутилась просто и смотрит на него. Так, нам нужно термос, радио и морковь. О-о-о-о-о-о-о. Я просто гуляю, мужик, я просто гуляю. Я не хочу спереть твой термос, я просто здесь гуляю. Так, он берет горшок и тоже идет, у него голова такая скрутилась, он смотрит. Что же делает этот чертов гусь? Так, как нам заставить его, короче, одеть эту долбанную шляпу? Вообще, вот это нам надо утопить, по-моему, да? Так, грабли в озере, да. Интересно, он наступит на грабли?
Нету. Я выбросил его инструмент. Я ничего не делаю, мужик, грабли сами упали, что-то. Он их поставит обратно? Или он пойдет ими работать? Так, радио ему понадобилось, что-то вдруг. В сапоге застрял. Нам забрать грабли. Так, его там заглючило. Короче, это наш шанс. Грабли, чего не беретесь? Он сразу, видите, проснулся, как будто. Стоило только подойти. Так. Где этот долбанный значок, чтобы подобрать эту хреновину? Ну подбери, ну подбери. Так. Блин, как ты задолбал, мужик. Блин, душный вообще кошмар. Отдай, ёб твою мать. Ах ты педик. Говнюк, ты меня бесишь. Я все твои инструменты сопру, понял? Я вообще все тебе тут испорчу. Так, давайте у него что-нибудь еще важное сопрем, короче. Давайте ему выдерем все, что тут есть, короче. Я тебе устрою, понятно? Сейчас воду тут понавключаю. Термос твой спизжу. Во. Термос у меня, понятно? Тебе меня не догнать. Он сейчас пойдет воду выключать, а мы как раз свалим с термоса. Но я думаю, где-то там у лавочки, наверное, пикник надо устроить. Поэтому туда надо все забрать. Так, забираем. По-тихому, все в порядке. Вот, сейчас мы туда сложим. Так, клево, смотрите, у нас уже пикничок тут намечается. Ну, надеюсь, ничего не увидел. Он не будет забирать оттуда вещи, потому что я расстроюсь. Так, а еще давайте вот тут включим ему, чтобы он побежал, короче. Че, он откроет, не? Он нашел лопатку. Вот зачем надо спереть ключи. Наверное, чтобы закрыть калитку. Все, наверное, сейчас попробуем, короче, спереть у него. Так. Очень хочется спереть теперь у тебя ключи. Хотя у нас уже... Ну, там вот... В принципе, все есть. Так, заставить садовника надеть шляпу, хрен его знает как. Надо еще как-то морковь спереть. Ну, типа, как появится эта хрень? Наверное, надо пригнуться. А, точно. Смотрите, надо было просто пригнуться, чтобы спереть морковь. Так, 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 беги, 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 беги. Я надеюсь, что он нас не видел и не заберет все наши припасы. Так, морковь мы тоже с вами нашли. Это мега круто. Морковь есть. Варенье, термос, радио нам осталось спереть. Термос и радио, друзья.
Куда тер... А, термос мы уже сперли, остался радио. Давай, в озеро, в озеро, в озеро. Ха-ха-ха. Че, он за нами бежать будет? Сперли ключи мы с вами, намочили садовника. Надеть свою шляпу как-то надо заставить его грабли выбросить. Так он, наверное, там все спер. Да? Он забрал тыкву. Забрал тыкву, гаденыш. Блин, можно как-нибудь закрыть? Нет. Закрыть нельзя, но можно ключи, не знаю, где-нибудь спрятать тогда получается. Давайте лучше спрячем, чтобы он их не нашел. Сюда бросим. А то он еще найдет их такой, и все у него будет зашибено. Не, нафиг. Теперь заново тыкву надо нести. Так, тыкву надо вернуть на место. Я буду забирать тогда вещи вообще. Он все вещи, короче, оттуда забирает. Надо, короче, их срочно топить начать. Вот он, этот коверчик, короче. Надо забирать отсюда все. И спасать срочно. Надо срочно в воду все побросать. Короче, клали все это дело. Но я надеюсь, что он с этого ковра не будет собирать вещи. Подумаешь, что это чье-то, а не его. Блин. Какой он злой, кошмар. Так, мы сейчас все поправим. Так, сюда. Он хочет забрать все наши вещи. Так, корзину тоже забираем. Эй, Гусьман. Блин, козел, как ты задолбал. Ладно, я пойду пока попробую спереть что-нибудь обратно. Пока он там гуляет. Я соберу все обратно. Блять, ты заебал, мужик. Ты реально заебал. Я тебе все сейчас повыдергиваю, понятно? Все повыдергиваю. Козел. Все прям повыдергиваю тебя. Он даже с коврика нашего этого забирает все. Так, пригнись. Возьми. Побежали.
Давай все на ковер, все на ковер. Это все наш, ни хера не знаю. Так, тут тоже надо прыгнуться, схватить. Так, давай, 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 гусьманёк. Так. А теперь надо вернуть все остальное. Ты чё, охерел, козёл, а? Я возьму сейчас, возьму вот так, и вот с этой стороны встану, а потом нагнусь и буду потихоньку идти. Надеюсь, он не заметит нихера. Где он там? Как там было увеличить, приблизить? Блин, он все равно теперь забирает все оттуда, козел. Я тогда буду складывать все в другом месте. Я тогда вот тут буду складывать. Надо, короче, сейчас он оттуда съебется. И я пойду складывать все свои вещи в другом месте тогда. Давай, давай, Гусьман, надо хотя бы сэндвич спасти. С корзиной. Надо, короче, их сюда куда-нибудь отволакивать. Ни в коем случае ему не давать. Блин, здесь включишь, он сюда пойдет. И, короче, вдруг еще заметит, что мы там складываем за памятником, и там заберет все. Так, давайте нагинаемся, берем. И как можно скорее уносим это дело. Давай, Гусьман, беги, 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 Гусьман. Так, второй сэндвич. Мы обязаны его спасти, друзья, обязаны. Хотя, не знаю, сэндвич-то вроде не его был. Он просто на лавке валялся. Его он, не его. Не знаю. Но я вообще на всякий случай все заберу отсюда. Я буду все, короче, ныкать в другом месте, чтобы он не нашел. Короче, надо как-то по стелсу это все собирать, друзья. А еще как-то нам надо с вами, наверное, подвинуть тот контейнер, только как, чтобы шляпу свалить. Так. Гусьман, тише воды, ниже травы. Спокойно, Гусьман. Нам еще надо термос, яблоко, да? Че, он за мной побежит? Ой-ой-ой. Пошел нахуй, пидорас. Типа запики у меня. Дай, блядь, термос нахуй. Кандон. Почему тебе нельзя клюнуть в сад? А, можно прятаться, смотрите. Все, я поняла, я поняла. Подождите, я сейчас еще осмотрюсь. Здесь можно спрятаться в куста. На-н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 а. Бегу с морковью я, ля-ля-ля-ля-ля. Гавндон, ты штопанный, как ты меня бесишь. Козел, заберу тебя, понятно, заберу. Это моя морковь. Я плыву с ней, понятно. Все, ничего не знаю, я спряталась, я в домике. Факов. Так, я вот сюда. И пойду сложу вот здесь. Так, что нам надо еще? Морковь есть. У нас есть морковь, есть сэндвичи. У нас нет яблока, у нас нет тыквы. Короче, у нас до хера всего нет, потому что это старый козел. Он все забрал. Забрал, изверг.
Надо схватить. И по-тихому вот сюда спрятаться. Прячься, ё-мать. Давайте как там камера-то? Как там камера-то? Ой, это не камера. Короче, надо прыгнуться и вот так вот еще сделал. Надо еще понять, где он там ходит. Так, мы вот здесь. Вон он, этот мужик. Что он собрался делать? Что он собрался делать? Стоит. Теперь отвернулся, ждем, пока он свалит отсюда. Чё там встал-то теперь, твою мать? Так, пошел за лейкой. Пошел за лейкой, и нам это на руку, да? Да. Мы вот так тихонечко сваливаем. Спокойно, спокойно. Я надеюсь, что он нас не заметит. Все будет нормально. Так, он ничего не видел, надеюсь. Так, у нас есть теперь термос. Нам теперь надо спилить яблоко. Блин, как спилить радио? Радио уже заорёт, заиграет. Так, спокойно. Через кусты опять все по стелсу надо. По стелсу. Блин. Так, залезь сюда. Гусёк в засаде. Не знаю, где он там гуляет. Дождём. Нам надо, короче, с вами спилить яблоко. Что делать с радио? Не знаю. Нам еще надо как-то... Блин, нам еще грабли надо утопить. Вот нам показывают, что он идет. Класть эту лопату. Вот у него там тачка с говном. С удобрением, наверное. Итак, что ты будешь делать дальше? Так, он пойдет за горшком. Идет он за горшком. Что ты будешь делать? Так, он ставит горшок. И он идет вроде как сюда. Так он нас видит, полюбасики. Блин, что же он такой душный? Почему он меня преследует? Почему он не дает нам все спереть? Это типа, знаете, права угнетенных гусей. Так, давай, гусек, пока он там херней страдает. Блин, гусек. Тихо, гусек. Сиди, гусек. Тихо, он ничего не заметил, грабли пропали. Он такой, ё-моё, куда же они делись? Только что были здесь. Такой, ну ладно, хер с ним, пойду дальше заниматься своими делами. Блин, мужик, иди отсюда. Почему ты именно с этой стороны? Я не хочу, чтобы он был с этой стороны. Я хочу, чтобы он был вот с этой стороны. Потому что когда надо, вот он сюда никогда не уходит. Так он же не заметит гуся. Ты не видишь гуся. Гуся здесь нет. Это твоя фантазия. Иди работай. Чё ты шляешься без дела? Так, он пойдет с лейкой. Куда ты пойдешь с этой лейкой? Блин, гусек.
отомстили. Да, я супер гусь, мы отомстили мужику, мы кинули его грабли в озеро. Мы молодцы, это за всех гусей в мире. За всех гусей. Так, и снова надо по стелсу, иначе мужик так будет наш чмырить, гнобить, пугать. Хоть не съел нас, единственное радует. А ты бы такой, все, гусь, тебе хана, я тебе на ужин подам. Так. Ты туда копать идешь? Нет, он положил лопатку. Плохо. Нам нужно с вами еще яблоко спилить и радио спилить. Блин, радио самое геморное. Знаете почему? Потому что оно включается. Куда он делся? Куда он делся? Что он там делает? Давайте вот сюда. Немножко переместимся. И куда он делся? Никто не знает. Давайте я просто буду гусем, который здесь прогуливается такой. Итак, нам нужно с вами радио. Как нам забрать радио? Как нам забрать радио? Так. Блин, блин, гусь, развернись. Плыви, гусь, с радио. Радио сломалось, блин, гусь. Ну, у нас есть радио, все. Тыква там, по-моему. Так, кладем. Меня не волнует, работает оно, не работает. Короче, у нас есть радио. Так, вот здесь тыква где-то была. Блин, ты чё припёрся? Я не отдам тебе радио. Ни за какие деньги. Ты не получишь радио. Я вот тут спрячу. Итак, друзья, что нам еще надо? Нам нужна тыква. Тыквулька. Блин, слава богу, он ничего не видел, по-моему. И мы с вами вообще очень громко стырили тыкву. Так, тыква у нас есть. У нас есть сэндвичи, есть яблоко вроде нету. Давайте посмотрим в своих закромах, что мы там натырили. Что мы там натырили? Главное, чтобы он от себя опять не спер. У нас есть варенье, сэндвичи, морковь. У нас нет, по-моему, яблока. У нас с вами, да, нет яблока, морковь есть, варенье есть, термос есть, радио у нас теперь есть. Нам с вами не хватает только яблока. Только яблочка не хватает. Поэтому мы должны опять по стелсу спилить яблочко, как я понимаю. Так, тихо, спокойно, без резких движений. Он должен пойти делать свои дела, а мы с вами сопрем яблочко. Как его заставить одеть эту хрень, я, кстати, не знаю. Шляпу надо как-то заставить его одеть.
Только как, я не знаю. Может, надо, чтобы она промокла или типа того. Наверное, когда он пойдет работать туда, надо, короче, пропалить, что он делать будет. Надо будет немножко пропалить, как он что там делает. Так, спокойно. Прячемся в куста. Беги, гусь, беги, гусь. Спасайся, гусь. Бросайся в озеро, гусь. Короче, делай все, лишь бы тебя не поймали с яблоком. Ничего не знаю, я тут плаваю. Он пойдет сюда? Нет. Где он? Где ты? Где ты? Что нам еще с вами надо сделать? Так он будет гонять нас, да? Нам с вами нужно устроить пикник. Нам, кстати, сначала надо все это перетащить и устроить пикник. А потом нам нужно как-то заставить этого мужика одеть всю эту херню. Так, он сюда не пойдет же, не пойдет, мне кажется. Так. Нам нужно все это перетаскать и устроить пикник. Теперь мы, благо, с вами можем устроить пикник. Так, давай, уточка. Так, нам вот сюда надо все это. Давай, давай, заднюю вставай. Так, сюда. В списке, видите, все вычеркивается. Нам просто надо все перетаскать. Он там пусть занимается пока своими делами, а мы устроим этот чертов пикник. Пикничок. Я надеюсь, радио нас не подведет. А в принципе, как мы еще могли бы стырить радио? Да никак, мне кажется. Он бы его сразу забрал тогда, получается. Давай, давай, Гусьман. Мы хотя бы эти задания сможем с вами закрыть. Гусьман террорист какой-то. Гусьман бунтарь. Гусьман бросил вызов садовнику, дачнику. Так, давай. Термос есть, да? Да, у нас осталось сэндвичи, яблоко, морковь и все. И пикник можно начинать. А, только радио надо достать, оно на другом берегу. Да, я заочковал, что он заберет нашу прелесть. Бежим, бежим, гусек, гусек. Блин, у гуся будет самый крутой пикник. У меня даже такого пикника, честно говоря, еще не было в моей жизни. А у гуся уже он будет. Так, осталось еще парочку собрать ингредиентов. Вообще шикарно у него там стол. У гуся. Это гусиный пикничок. Так, 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 давай, 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 давай. Смотрите, можно вот так бежать. Не знаю, помогает это или нет. Быстрее бегать. Так, бери сэндвич. И погнали. Погнали, погнали. Надеюсь, этот хрен еще не видит и не испортит нам пикник. Так. Все есть, кроме яблоко и радио. Блин, я совершенно забыл про яблоко. А, нет, или оно на той стороне. Подождите. Подождите. Подождите-ка. Он должен быть где-то здесь. Брось. Надеюсь, он этого не слышит. Так, за яблоком надо. За яблочком. Вот здесь оно, по-моему, валяется. Господи,
Дайте мне шанс устроить пикник. Устроить пикник. Все, готово. Заставить садовника ударить себя молотком по пальцу. Так, пикник мы с вами сделали. Осталось заставить садовника надеть свою шляпу от солнца и заставить садовника ударить себя молотком по пальцу. Так, вот эта задача нам более сложная. Так. Надо походить, просто последить, что он будет делать. Молотком. Надо просто, наверное, гаркнуть сзади. Блин. Он вешает знак гусям, типа вход запрещен. Оставить садовника надеть свою шляпу. А как его заставить, я не знаю. У нас тут открылся проход. Между прочим, куда-то, куда. Блин, зря, наверное, тут каркую-гаркую. В общем, мы куда-то, смотрите, с вами направились. Открылся какой-то проход, здесь дома, мяч есть. Только, походу, пока он свою шляпу дурацкую не наденет, ничего не произойдет. Так, здесь тоже, видите, какой-то, походу... Не надо бить гуся. Сука, иди в жопу, коза, бля, ёбаная. Они не рады, они тут плохо к гусям относятся. Да вас зоозащитники затравят, понятно? Короче, нам надо садовника докопать до конца. Надо его доебать. Как достать шляпу? Давай. Только как. Что он будет делать? Обратно поставит и все, да? Как нам заставить его одеть эту долбанную шляпу? Надо его как-то, наверное, намочить. Так, он, наверное, будет где-то работать. Ну, полюбас. Так. Где он будет работать? Давайте ему душ включим. Он же будет там работать. Я хочу, чтобы он начал там работать. Ай-яй-яй-я. Что бы нам такого сделать, чтобы он туда пошел? Мне кажется, наденет ее, если намочит старую, короче, свою беретку, эту шоферскую. Тогда мы сможем ее намочить. Намочим его как следует. Только нам нужно
Нужно что-то предпринять. Так, 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 так. Давайте мешок туда захерачим, короче. Так, бросаю. Бегу. Бегу, бегу, бегу. Жду, пока он пойдет. Так, гусь бежит. Гусь бежит, гусь ныкается. Ты будешь меня шляп? Блин, я сейчас опять тебя намочу. Какой невежливый козел. Козел невежливый. Давайте все тут, короче, подвигаем, поразбрасываем. Буду все разбрасывать, короче. Заставлю тебя одеть эту дурацкую хрень. Так. Обратно и сажает. Как зеницу ока бережет. Я его докопаю до сердечного приступа, доведу, все. Все, ты меня достал. И этой хрени тут как не бывало, все. Еще не знаю. Да пошел ты нахуй, козел. Ты меня бесишь. Гусь, который просто доведет вас до инфаркта. Если у вас заведется на участке такой гусь, все, то вам хана. Вы не жилец. Лику давайте сюда запихаем. Все выдеру, все сломаю, все сломаю. Короче, я его задолбал, походу. Всё, я тебя доконаю. Доконаю. Сюда вообще захерачу. Короче, фиг с ним. Нам нужно что-то предпринять. Куда делся этот хрень? Эта хрень. Что это такое?
Короче, как-то надо заставить его шляпу эту дурацкую надеть. Надеть шляпу. У него точно сердечный приступ был. Пусть он ищет все свои вещи. Я их утоплю нафиг, понятно? Тут нечего, нечего было против гусей такое затевать. Да? Надо было уважать гуся, надо было накормить гуся, пикник ему организовать. А он просто вот плохо, он как свинья поступил. Вот он теперь отдувается, теперь его контейнер, он поплывет. Все, утоплю. Все, что там было, все испортится. Все, пусть плавает. Мне очень нравится эта игра. Она такая динамичная. Так, что нам еще надо сделать? Нам надо как-то докопать его. Он уже злится, пахан. Она на нас злится и злится. А мы все спрячем в кустах. Я просто все спью. Так, как нам добраться, как вы думаете? О-хо-хо-хо, нету ничего, понятно, и таблички твои дурацкие нету. Больше никогда не будет. У него точно сердечный приступ скоро будет. Каким-то чудо-способом... Чудо-способом надо шляпу. Да возьми ты шляпу дурацкую. Буду орать на тебя, возьми чертову шляпу. Шляпу от солнца. Как нам устроить тогда ему солнце, чтобы он начал как-то себя защищать от этого солнца? Там закрыто. Походу. Чего я тут не нашла? Надо как-то сделать так, чтобы ему жарко стало или чё? Чё нам надо сделать, епанаврот? Так. Так, подождите. Давайте посмотрим, может, можно подпрыгнуть, перемещение, бежать, схватить, гоготать, присесть, хлопнуть, уменьшить. Нет, надо каким-то чудом это сделать. Каким, только я пока не понимаю. Так, мы можем на что-нибудь забраться? Вот что я хочу узнать.
Гусь, ну почему ты не можешь взлететь, гусь? Гусь. Как нам это сделать, гусь? Гусь, 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 гусь. Ему жарко должно стать, да? Ему должно быть жарко. Я тебе ща устрою, я тебе ща надеру задницу, понятно? Нападу на тебя, козёл. Я тебе покажу, я тебя... Блин, ну ты урод. Просто урод. Просто кошмар. Я утоплю все твои вещи, урод. Все вещи выброшу. Давай, топи, топи. Опа. На этом мы с вами прервемся. Всем хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. Okay.